Так, всем. Да, а там все. Кого-то слышите сзади меня. Что это было? Я как раз иду. Я хочу вам показать, что у меня есть еще одно, что мне еще помогает. Так, сейчас опять говорить. Мы все слышим. Опасно, опасно. Так, сейчас. Очень давайте воткнули. Так, ну что, давайте посчитаем. Что это время? Какое обновление? Так, значит, ребята, вам нужно выбрать элиту, систему и продвижение ее. Дальше. Каждый раз это он опять говорит. Каждый раз, ну скажу, когда вы разработчик, каждый раз, когда вы меняете его, случаются неактивные игроки. То есть, вам нужно выбрать элиту, систему. Элита — это у нас, по-моему, отряд. Вон он, элиту систем, по-моему. Случается, и вы... Подожди, каждый раз, когда вы меняете ее, я могу что изменить? Отряд? Элиту, элиту. Где элита? Кто знает? А, знаете, это я помню элиту. Стоп, 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 я помню элиту. Не, не то. Кто знает, что такое элита? Пиши в комментариях. Так, какие? Каждый раз, когда вы меняете его, элиту, случаются неактивные игроки. А, все. Сервер меняйте. Элита, элита, что такое элита? Сервер. В общем, она будет замечательно. Так, смотрите, вот он. Сервер меняйте. Каждый раз, когда вы меняете сервер, чтобы было подробнее по цену на английском, берете. Так, чтобы не случайно неактивные игроки несут ответственность за будущие орды. Или клана. Или банд, или как вы хотите их сейчас, так там читать сейчас, или как где-то сейчас, так потерял, назвать неактивный аккаунт. А я активный, все нормально. А в этом активный? Пиши в комментариях. Мне чтобы знать, кого брать, кого не брать. Становится элитами. Неактивный становится элитами. То есть я не элит. Отлично. Так, неактивные игроки. Игроки, которые не могут присваивать звания другими, то есть так как другими званиями. Интересно, это безумие. Точка. Неактивный аккаунт, нет, читали. Точка. Я застрял на севере, где есть только две основные орды кома. Две основные орды. Интересно, интересно. Сейчас моя банда вон на. Она там вся, вся при всем. Здесь, конечно, нужно еще одну. Почему? Точно, давайте. Чтоб все собирали. Потому что чем уж тем лучше. Давай. Ё-моё, сколько стрелков. Давай. Нужно хоть до 16 тысяч. Семерка. И какая-то. Так, блин. Нет, так не весело. В общем, перед началом ролика поставь лайк, подпишись на канал. И напиши комментарий. Продолжай читать новую разработчику, которые они там пишут, отвечают на общие там сервера, друзьях, там их. В общем, которые они пишут, они отвечают игрокам. Так, вот, значит, я застрял на севере, где есть только две основные орды. Две. А тут у нас сколько орды есть, что не в курсе. Если две, то это та орда. Так, у нас командная работа. Фармите нам, фармите. Так, это я очень классно. Кого-то разработчики не дали. Подарок. И вот так вот как-то. Поэтому я обиделся на разработчиков. Я вас ставлю 4 из 5 оценку. Жду, когда обновлять там дадут. Тогда я запишу ролик, я скажу, ура, сделали это. Так, раз отряд, два отряд, три, четыре, пять, шесть. Все здесь есть. Стоп, подожди. Я кое-что заметил. Значит, смотри. Я заметил. Красно. А, все нормально. Они там по кускам. Они так далеко, что ли? Ой, зеленых, можно на зеленых напасть. На зеленых, только тут, конечно, территория, так что нельзя. Вообще понятно. Дальше.
Так, соответственно, за следы это не то, наверное. Я застрял на севере, где есть только две основные орды. А люди, ответственные за следы в деревнях третьем орды. Третьем. Что такое третьем? Трейд? Третьем орды абсолютно отсутствуют. Ясно, ясно, что он там говорил. Отсутствуют люди, поэтому отряд падает, а у нас топ-1, так что все активны. Потому что черные все любят. Мы застряли в том, что нам нужно привести три поездки в космическом городе. Три поездки, вау, то есть путь будущим три поездки. Они так еще есть. Потом скажут обнову. Сейчас буду читать тоже еще. И это не изменяет процесс до превосходства, вау. То есть три ракеты за мало, по-моему. Так, дальше надо читать. А я на полный экран, так нечестно. Так, значит... У нас еще есть люди, покидают свои фракции, чтобы присоединиться к случайным третьей фракции, чтобы исправить это, но мы не можем из-за элиты системы неактивных игроков исправить. То есть у них там слабая команда и элиты куча их. Элиты — это слабые игроки. Не такое. Так, отвечай, разработчик. Мы хорошо обсудим это с игровым персоналом. Не так давно мы дали несколько идей о том, как изменить элиту систему. Несколько идей дали. Интересно, где вы дали? Несколько систем изменить элиту систему. И они передают это команде дизайнеров. Дизайнерам интересно, чтобы она спланировалась и разработала, не знаю сколько на это уйдет времени, но в разработке находится капитальный ремонт элиты системы. Заработка капитальный ремонт элиты системы. То есть вот что хотят они. Элиту систему добавить. Которые неактивных игроков где-то подальше, где там низкий сервер. Игрок настоящий. О-хо-хо-хо-хо. Это кто такой? Белый мутант. Я помочь, чувак? Да, не помогу. А то скучно мне тут. Ничего нет, никаких шансов. Быстрый выбор. Никаких шансов, сорянчик. Вау, забой происходит. Да. Он просто стоит здесь. Потом пропал. Вау, классно. В общем, вот обновление такое. Так, если хотите продолжение, то лайк, подписку на канал. Всяко-всяко. Ну да, всем удачи, всем пока, такой короткий ролик.